На Магілёўшчыне з'явіцца больш здаровых усмешак. У Дрыбіне запрацавала новае сучаснае стаматалагічнае аддзяленне. Цяпер у раёне будуць аказваць усе віды паслуг па лячэнні зубу, нават пратэзіраванне. Раней жыхарам прыходзілася для гэтага ездзіць у абласны цэнтр. Открывайте, пожалуйста, рот, посмотрим, что там у вас. Помощник у зубного врача – вось гэты аппарат под назвой «Ультрагуковый скейлер». Новинка для районной больницы. А для пенсионерки Татьяны Кириенко – просто выратовальник. Это все было не очень приятно, скажем так. И мы волновались, когда шли к стоматологу, как не говори. Да? То теперь это все безболезненно, быстро. Для врачей переселение со старого помешкания, где были только два пристосованные кабинеты, так само подея долгочаканная. Стоматолог-хирург Виктор Золотов працует у Дрыбине амаль 30 год. И только зараз может порадоваться за дрыбинцев. И до их дошел прогресс. Впечатление прекрасное у меня, потому что на старом месте у меня там и кресло было уже такое, которое подлежит списанию. Ну и вообще общая атмосфера, так сказать, приятная. У новым отделении 5 працоўных месцаў. За смену тут могут прымаць до паўсотни пациентов. Але галоўнае, теперь у райцентры оказывают усе виды стоматологичных послуг, у тым ліку и протезирование. У сучасной зуботехнической лаборатории для этого есть все необходимое. Будаўніцтва и абсталяванне отделения обошлось больше, чем у 17 миллиардов рублей. Гэта сродки держпрограммы по пераодолені наступствов Чернобыльской аварии. У районе амаль 5000 переселенцев. Допомога тем, кто переехал с забруженной зоны, вельми дарэчы. Алесь Рыбалка, Александр Тарасов, Новини Регион.